Меня зовут Сватар Денис, мне 13 лет. Я закончил школу искусств в городе Чиншлей благодаря моему учителю. В фестивале Junior's Hop я раньше участвовал в номинации «Вокал». Выступал на сцене в городе Обзор Болгария. В свободное время я помогаю дедушке на пасеке. Я очень сильно люблю аниме и космос. Когда у меня есть вдохновение, я рисую красиво. В этом сезоне я хочу показать несколько своих работ, которые меня вдохновили. Я желаю всем участникам удачи. Следующая работа называется «Моя мечта». В этой работе чувствуется стиль одного из знаменитых художников. И именно в ней я использовал оттенки моей мечты.